Привет, друзья! Наконец-то Министерство обороны показало испытание ЗРК-С500 «Прометей». Можно смело сказать, что на данный момент ЗРС-С500 является самым передовым комплексом ПВО 5-го поколения. Цена ЗРК-С500 «Прометей», конечно, впечатляет. Стоимость одного дивизиона составит около 2 миллиардов долларов. Это в 4 раза дороже ЗРК-С400. Но комплекс уникален и лучше, чем американская система ПРО THD стоимостью 3 миллиарда долларов. Пуск ракеты ЗРК-С500 произвели на полигоне Капустин-Яр. По заявлению военных, ракета поразила скоростную баллистическую цель и подтвердила все свои тактико-технические характеристики. К сожалению, о них известно мало, так как комплекс все годы был максимально засекречен. Известно, что ключевая особенность ЗРК-С500 – способность перехватывать баллистические ракеты. Также комплекс поражает аэродинамические цели и крылатые ракеты на дальности около 600 км. Комплекс оснащен уникальной РЛС «Енисей». Он может обнаруживать цели в ближнем космосе на дальности до 2000 км и поражать низкоорбитальные космические аппараты. Сейчас идет доработка ракет, и в будущем ЗРС-С500 сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты. Начало серийных поставок зенитно-ракетной системы С500 «Прометей» начнется в 2025 году. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.